6 октября в императорском зале главного здания Казанского федерального университета продолжилась церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры выпускникам 2021 года. На торжественной церемонии присутствовал проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он поделился своим желанием видеть среди присутствующих аспирантов как можно больше тех, кто в скором времени защитит диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Помимо этого, проректор напомнил о том, что 19 сентября представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет-2030» перед комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По национальной программе «Приоритет-2030» была отобрана для участия в так называемой специальной части и получила максимальный уровень оценок, попала в первую группу, это означает, что Казанский университет получит дополнительное финансирование в размере до 1 миллиарда. Творческих успехов и удачи в профессиональной деятельности пожелал также проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Уважаемые аспиранты, я призываю вас быть в нашем университете активными. Желаю вам всего самого доброго, самого теплого. Желаю действительно с вами здесь тоже встретиться, Виталий, разрешите мне встретиться в таком же составе. Ну и, конечно же, будем рады за ваши все победы, ребята. На церемонии было не так много аспирантов, но все они отметили, что очень рады тому, что церемония прошла именно в императорском зале КФУ. Я бы не сказала, что подготовка была тяжелой. Я давно хотела поступить в аспирантуру, в принципе, продолжить дальше работать в КФУ. Очень приятно, что данная церемония прошла в императорском зале. Это очень символично. В ближайшем будущем часть аспирантов непременно пополнит ряды научных сотрудников Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.